Путина нашел не я, а Путина нашел Чубайс и в тот момент начальник главного контрольного управления Алексей Кудрин. Это был момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство. Я становился главой администрации, у меня возникли какие-то дырки в администрации президента. И Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин... Но вы его потом продвигали, насколько я понимаю. С чем это было связано? У нас практически, наверное, 2-3 раза в неделю были такие серьезные совещания, где мы обсуждали вот эти все текущие вопросы. И где-то вот через несколько месяцев для меня стало понятно, что вот этот молодой человек, который пришел чуть старше меня, он реально является очень сильной фигурой. То есть он вот на этих совещаниях абсолютно точно формулировал. Это был прекрасный анализ, это были абсолютно здравые вещи, которые, понятно, что существовало несколько человек, и они реально были, у меня в тот момент была очень сильная администрация президента. Сергей Стрежемский, Михаил Комиссар, Джохан Палыева, Сергей Приходько. Я остановил свой выбор на Путине, потому что, вот еще раз повторяю, из этих всех моих коллег самой сильной фигурой мне показался именно Путин. И вот с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу, и он поддержал мое предложение.